Дезинфекцию подъездов в Сергиевом Посаде держит на личном контроле глава округа Михаил Токарев. Минувшие выходные он проверил, как проводит обработку управляющей компании НКС. Дом номер 234 по проспекту Красной Армии, в народе Тысячник, один из самых густонаселенных в Сергиевом Посаде. Хочу напомнить всем жителям, что в ежедневном режиме происходит дезинфекция только первых этажей, входных групп и кабины лифта, потому что многие жители начинают звонить, вот, в частности, на управляющей компании, говорить, почему у меня каждый день сверху донизу не убирается подъезд. Вот подъезд должен убираться согласно графика, который вывешен в каждом подъезде. А дезинфекция – это немножечко другое. По словам сотрудников администрации, к дезинфекции подъездов ответственно подходят далеко не все. В единую диспетчерскую службу и в официальные аккаунты в соцсетях приходит много жалоб от жителей на то, что профилактические работы в подъездах не проводятся. Это обязанность управляющей компании, что все эти работы, проводились ежедневно, и, очень качественно. Ну, а мы со своей стороны, как и раньше это делали, продолжим эту работу, усилим контроль и, самым жестким образом будем спрашивать с тех руководителей, с тех управляющих компаний, которые не в полной мере осознают всю свою ответственность, да, и не в полной мере, не должным образом относятся к своим служебным, я бы сказал, таким обязанностям. Если в вашем подъезде не проводится дезинфекция, вы можете обратиться в администрацию округа или в госжилинспекцию по номеру 8 498 602 83 32. Или оставляйте заявку в единую диспетчерскую службу Московской области. Сайт указан на экране. Анна Спиридонова, Михаил Кирсанов, программа «События».